Друзья, привет! Фикс прайс Калантай 30 и Калантай 24, Санкт-Петербург. Как всегда, покажу вам новинки. Приятного просмотра! Декорация новогодняя, светящаяся, 12 светодиодов, 299 рублей. Так поставили высоко, не было возможности достать даже. Игрушка новогодняя белочка с пушистым хвостиком, с шишечкой, коричневые белочки, белые белочки. 77 рублей. Они прелесть. Появились настенные календари. Вариантов очень много. С тигрятами. Так, это у нас пингвинчики. Все еще упаковано, есть природа, цветы и так далее. Вариантов очень много. 99 рублей. Производство Россия. Стакан с трубочкой в виде елочного шара. Очень яркий, красивый. 390 миллилитров. И очень классные на них надписи, приятные. С Нового года спортзал. 5 минут, 5 минут. И на этом шаре написано «Новогоднее чудо вот-вот свершится». Стекло, полипропилен, 199 рублей. Иголка с шишками и шарами на подставке, 38 сантиметров, 299 рублей. Клянный шпиль на елку, 25 сантиметров, 199 рублей. Лента декоративная новогодняя, 300 сантиметров, ширина 4,5 сантиметра. Их очень хорошо берут, они все разные, 99 рублей. Появилась новая пряжа, она объемная, мягкая, даже немного пушистая, 150 метров, 100 граммов, это полиэстер. Цена 149 рублей. В нашем магазине было вот три расцветки, белые, розовые и такие красивый синий цвет. Светильник-ночник, он многослойный, изображение получается как в 3D, есть несколько изображений, сердечко, котик, олень, 299 рублей. Деревянные настельные полки, есть фурнитура для крепления, есть такая выемочка, чтобы ставить фотографии, картины, есть белые, бежевые и черные полки, 249 рублей. Вновь подвезли органайзеры, сделанные из пластика, крышка сделана из бамбука. Прекрасные органайзеры, я пользуюсь им уже полгода, 249 рублей. Развивающий познавательный набор для творчества, конструктор, полигональная фигура. Можно создать объемную фигуру без ножниц. В наборе есть картонные детали, клей. Вариантов очень много, 249 рублей. Держатель для телефона в салон автомобиля с поворотным механизмом. Он крепится на вентиляционную решетку. 99 рублей. Большая стопочка тряпок для уборки из микрофибры, 40 на 60 сантиметров. Отлично впитывают влагу, это факт. Посмотрите, какие расцветки. 77 рублей. Также здесь появились крючки на дверь. Это окрашенная сталь, а шарики сделаны из дерева. 16 сантиметров. Есть черные и белые. И вешалка 10 крючков. Сталь. Очень красивый дизайн новый. 199 рублей. Вешалка настенная, 4 двойных крючка, есть фурнитура для крепления, состав дерева и сталь. Есть темные и светлые, 99 рублей. Очень симпатичные часы, такой детский дизайн, есть совушки разного цвета, есть пингвины, есть мишки, все разного цвета, работают от батареек, 299 рублей.
Коробка складная с крышкой. Крышка закрывается на липучку. Размер 36 на 22, высота 20 сантиметров. Есть все три дизайна, которые я вам уже показывала. Стоит 49 рублей. Полочка складная, 43 на 14 и 18 сантиметров. Полипропилен, а ножки выполнены из стали. 149 рублей. Провода пусковые для автомобиля 2 метра. Многожильный кабель, бразостойкая изоляция, диаметр провода 7 мм. Есть подробная инструкция, состав стали, алюминий, медь, ПВХ. Сила тока 200 ампер. Цена 299 рублей. Клеевой пистолет. Длина шнура 1 метр, время нагрева 5 минут. Температура склеивания до 150 градусов. Подходит для рукоделия, декорирования, моделирования. Есть подробная инструкция. А вот цены я не нашла. Извините. Разнообразные ведра от 77 до 199 рублей. Посмотрите, какой классный игровой набор. Маленький доктор. Он со звуком и со светом. Например, стетоскоп с реалистичным звуком сердцебиения. Вообще классный. Подарок будет ребенку. 299 рублей. Новинка в отделе для животных. Появился корм для кошечек Вискас с говядиной и с курицей и индейкой. Этот корм с витаминами и минералами. Высокое содержание белка. 77 рублей. Новинка. Какао-напиток растворимый. Его надо растворять в молоке. Состав сахар, какао-порошок, ароматизатор. 235 граммов, 50 рублей. Ну а теперь посуда. Здесь тоже полочки обновились. Тарелка 22 сантиметра, опаловое стекло, 77 рублей. И просто огромный салатник из опалового стекла, литр 700. Цены не было, но думаю, 149 рублей. Белоснежная, красивая пиала Боул, 340 мл, опаловое стекло, 55 рублей. Кувшин для воды на литр 350, это боросиликатное стекло, а крышка выполнена из полипропилена. Кувшин очень легкий. 299 рублей. Пиала Боул 780 мл. Это керамика. 99 рублей. Пиала Боул из фаянса 490 мл. 77 рублей. Форма для запекания круглая. От Luminarc. Из жаропрочного стойкого стекла. 299 рублей. Новинка от Luminarc. Тарелка обеденная 24 сантиметра. Это упрочненное стекло. Посмотрите, какой дизайн со снежинками. Производство Франция. 149 рублей. Теперь серия черной глянцевой посуды с цветочным дизайном. Это тарелка 19 сантиметров, опаловое стекло. Есть три дизайна. Один другого краше. Тарелка необычной такой формы. Цены не было, но думаю, 77 рублей. А это пиала Боул 480 мл. Тоже опаловое стекло, дизайны те же. Тоже, думаю, 77 рублей. Все покажу. Все красивые. Тарелка плоская, 24 сантиметра. Те же дизайны цветочные. Очень красиво. Цены тоже не было, но, думаю, 99 рублей. А это большой салатник на литр 400, опаловое стекло. Дизайны те же. Очень красиво смотрятся вот эти яркие цветы на черном фоне, на глянцевом.
199 рублей. Блюдо овальной формы, 30 на 22 сантиметра, опаловое стекло, дизайны те же. Смотрите, какое оно классное. 199 рублей. Кашпо для цветов с поддоном на 1 литр 700, называется «Дюна». Он такой объемный, у него поверхность фактурная. Есть белые, серые и бежевые кашпо. Сделано в России. Цены я до сих пор не узнала, извините. Друзья, спасибо вам большое за внимание. Спасибо, что посмотрели мой обзор. Надеюсь, информация была полезной. До скорой встречи. Всего вам хорошего и пока.